Доброго времени суток. Вот поливочный таймер. На нем гайка накидная. Она у меня после одного сезона треснула вдоль. Гайка пластмассовая. Что я сделал? Взял проволоку медную 2,5 квадрата. Сначала проклею эпоксидкой саму трещину, а потом вот таким образом вклеил сюда вот эту проволоку. Сейчас я вот тут вот все замотаю ниткой и проклею эпоксидкой. Будет, возможно, не эстетично, но зато надежно. Вот так получилось, осталось промазать эпоксидной смолой вот эту намотку.